И к другим новостям. Авиарейс между Хайларом и Улан-Удэ запустят в ближайшее время. С таким предложением выступила делегация из китайского города Хулун-Буир, которая накануне посетила Улан-Удэ с ответным визитом. Создание авиарейса уже обсуждается с аэропортом Байкал. На встрече также затронули и сферу образования. Прозвучало предложение по обмену студентами и школьниками для изучения китайского и русских языков. Образовательные программы также на стадии реализации. Представители администрации двух городов побратимов решили встречаться ежегодно и подводить итоги совместной работы. Сегодня китайских туристов интересует Сибирь, интересует отдых на озере Байкал. Улан-Удэ как раз, мы всегда говорим, это город прибытий, город туристических ожиданий. И сегодня мы уже с утра показали нашим гостям то, что может заинтересовать именно наших китайских друзей. Поэтому мы говорим накануне туристического сезона. Добро пожаловать! Добавлю, что творческие коллективы из Китая примут участие в 350-летнем юбилее столицы этой осенью.